свою экскурсию на гору Пенанг я начал на рассвете, а именно в 7 часов. И в это время улицы еще совсем пустынны. Как видите, многие тротуары вымощены плиткой. И эта плитка стоит здесь еще с начала 20-го столетия. Вот такие вот рикши могут вас отвезти из пункта А в пункт Б. И это самый дешевый вид транспорта в Джорджтауне. Так как Малайзия мусульманская страна, то здесь много мечетей, конечно же. Также на улице Джорджтауна вы можете встретить очень много бездомных людей. Джорджтаун вообще-то поделен на эдакие кварталы. Здесь есть индийский квартал, китайский квартал, мусульманский квартал. И в каждом квартале представлены как свои духовные сооружения, так и дома в своем чисто национальном стиле. Джорджтаун — это вообще эдакий микс народностей. И вот, допустим, попал в индийский квартал, вы словно побывали в Индии. Если будете на китайском квартале, то будете все равно, что в Китае. В Джорджтауне также присутствуют и современные атрибуты. Вы запросто можете взять в аренду велосипед. А недалеко от старых кварталов строятся уже новострои. А это знаменитый Паранган Молл. Именно здесь вы можете сесть на автобусы, курсирующие как по самому острову, так и выезжающие за его пределы. В Джорджтауне пока что уживаются современные и старые. Как будет дальше, неизвестно. А в этом автобус номер 204, который едет к самой горе Пенанга. Стоимость билета от Паранган Молла до горы Панган стоит 2 рингита. А вот здесь работает дневной рынок, и в эти часы даже автобусу трудно проехать. И вот вдали уже показалась гора Пенанг, и вскоре мы подъедем к ее подножью. А вот и главный вход на гору. Цена билета стандартного класса в одну сторону составляет 15 рингит, а это почти 4 доллара США. Купив билет, вы следуете по небольшому коридорчику к поезду, который курсирует на гору Пенанг. Это мой счастливый билет. А здесь находится пункт пропуску, и штрих-код вашего билета дает вам допуск к самому поезду. Но к самому поезду вы скоро не попадете. Вам нужно будет отстоять в очереди минимум минут 30. И это учитывает то, что я прибыл одним из первых. Но таких здесь оказалось много. И вот, наконец-то, это заветный поезд, который доставляет людей на саму гору Пенанг. На гору поезд поднимается около 5 минут. Местные китайцы были самым шумным народом на горе Пенанг. Приехали.
Пора идти осматривать саму гору. А вот такой вид у этого замечательного поезда. Как только вы оказываетесь на горе Пинар, вы сразу же понимаете, что не зря сюда приехали. А это одна из смотровых площадок на Джорджтаун. О, селфи, селфи, соцсети, соцсети. А это вид на Джорджтаун. Также виден легендарный мост, который соединяет остров Пенанг с континентальной частью Малайзии. Ну и порт острова Пенанг. За осмотр достопримечательностей на острове через такой бинокль можно платить дополнительные деньги. Но главной достопримечательностью на горе Пенанг является, конечно же, природа. Благодаря таким вот указателям, даже не имея карты, вы запросто сможете попасть туда, куда захотите. Здесь, на горе, организованы и кафешки, и магазинчики с сувенирами. Свои ножки вы здесь нигде не замарайте, благодаря тому, что здесь везде проложены тротуарчики. Но если вы не умеете ходить, не хотите или еще какие-то проблемы, то запросто можете арендовать такой электрокар. А это мост влюбленных. Никто, конечно же, не знает, когда был повешен первый замочек, но все свято верят, что если такой замочек здесь повесить, то любовь будет навсегда и единственная. Ну а красоту природы, а главное ее звуки, я просто не хочу глушить своим баритоном. Просто смотрите и наслаждайтесь.
Длина дороги, которая ведет якобы к месту, где обитают обезьяны, составляет в одну сторону 2,5 километра. Итого в две стороны я прошел 5 километров, но обезьян при этом не увидел. Мне показалось мало 5 километров, и я решил пройти еще 5 километров в сторону ботанического сада. Это довольно увлекательная дорога с очень многими серпантинами, и сюда в основном ездят на джипе или же отправляются в пешие прогулки смельчаки. А чтобы не быть голословным, я по пути снимал такие знаки. Это дистанция, которую я преодолевал. Особо озвучивать здесь тоже ничего не буду, просто слушайте и наслаждайтесь.
И вот на этой дороге мне таки удалось увидеть обезьян. Пока я шел вниз к ботаническому саду, по пути за 5 километров пройденных мною, мне повстречалось около 20 человек. И удивительно, но это были китайцы. И вот наконец показался шлагбаум ботанического сада, у которого бродили обезьянки. Но об этом в следующем фильме. До скорых встреч, друзья!